3 года назад Илон Маск обещал, что Tesla Cybertruck будет способна плавать, то есть станет автомобилем-амфибией. Однако на презентации серийной машины в этом году про плавание ничего не сказали. Да и вообще о таком режиме нигде нет ни слова. Но на прошлой неделе внезапно появились новые подробности. Американский телеведущий Джей Лено пригласил к себе на шоу 2 сотрудников Теслы и задал им вопрос о том, может ли Кибертрак плавать. Они, само собой, отшутились и ничего внятного не сказали. Зато Илон Маск, увидев выпуск шоу, сам неожиданно заявил, что Тесла уже готовит для пикапа опциональный пакет, который позволит ему плавать. Главная задача, по словам Маска, просто доработать дверные уплотнители. При этом никакого грибного винта он не пообещал, а дистанцию заплыва обозначил довольно скромную, по меньшей мере 100 метров. То есть на настоящую амфибию Кибертрак все равно пока не тянет. Потому что даже 100 метров плыть на вращающихся колесах он будет долго. С другой стороны, любая способность плавать уже станет очередной уникальной маркетинговой фишкой этого эпатажного электромобиля. Посмотрим, дойдет ли до этого на самом деле.